Здравствуйте, дорогие мои друзья, вы на канале Папочка, и сегодня продолжаем рубрику соло против сквадов. И я сегодня подготовил для вас несколько игр, несколько каток, очень хороших каток, где я жестко запотел, где мне... Короче, куча моментов было жестких, но были такие моменты, где я просто горел или был прям на грани, чтобы у меня подгорела люто жопа. И, короче... Сегодня будет интересно, обязательно прожимайте для поддержки видосика лайкусик, комментарий и мотивации. Это, кстати, также служит мотивацией на следующий видос, ваши лайки, комментарии. Ну, я думаю, вы все знаете, я часто об этом говорю, поэтому просто также напомню про Telegram, где выходят все анонсы видосов, стримы, уведомления, все мои настройки, жизнь, все в моем ТГ, ссылочка бабочка в описании, залетайте. И вам всем хорошего дня, обнял, погнали смотреть, пам. Ой-ой-ой, у меня пакет прямо подо мной бегает слева. Патронов нет, ГГ. Он убежал просто, серьезно? Они меня пушить типа не пошли, да? Этот еще и сгорел чел, да? Я его не ожидал тут увидеть. Так, у меня двойка еще, два чела. Вот эта анимация дурацкая, когда ты спрыгиваешь с высоты, блин, и у тебя ствол внизу сразу. В земле. Я все забываю про это, блин. То, что нужно не сразу прицеливаться, если ты упал вниз. Мне еще два человека показывают. Один бот. И еще один бот, найс. Хорошо, фулку убил, ботов добил. На ивенте я один, отлично, все хорошо. На крыше никого. Вижу, тачка едет по дороге. Мирада катится жестко. Там баги стоит на дороге, мне баги надо поменять. Общаги у нас тоже фришные, да? Да, общаги тоже никого. А, они, кстати, тачку меняют. Под машиной надо прострелить. Накнул, хорошо. Какой хороший зажим под машиной был. Ой-ой-ой, хорошо как. Мне понравилось. Так, один в ноги валяется. Расслабляться нельзя, у них тиммейты где-то могут быть. Близко. Хорошо, этого добил. Давай пятерок заберу немного. Все хорошо. Так, давай рожок дочекаю, наверное. Тачка у меня. Это вообще забей. Еще подъехал. Срочно хил.
Как неприятно, что за неприятная ситуация? Он сейчас мне закинет что-нибудь, да, в лицо прям. Сейчас его резнутые друзья еще упадут сюда, да? Давай я закину ему только попробую. Понял. Еще чел слева упал. Крутит меня. Сейчас еще чел упадет слева. Или спину. Как я выжил? Это забей! Хорошо! Ой, как я чудом жил! Еще и добил также. Я не буду пока его лутать. Еще тиммейты могут прилететь. Вот он падает. Как я плохо стрелял, это вообще шок. Нельзя было вот так пострелять изначально. А еще чел бегает. Да сколько вас тут? Ё-моё, я в шоке вообще. Еще и бот подошел. Вот он бегает, чел. А, ну это тоже бот был. Подожди, а где бойцы? Они должны упасть же, по идее, не еще. Я убил, в общем, четверых. И потом еще двоих резнутых. Но двойка так и не прилетела. А где они? У них либо жизни не было, либо они просто сюда не долетели. Не, ну я очень грамотно все сделал. И мне так везло с хаешками. Пара хаешек мне прям в лицо залетели. Я чудом выживал. Понял? Я его добил, но еще тиммейты могут быть. Я без хп. И у меня баги ломается, просто не катится. Почему ты не едешь? Запах женщины моей, я хочу остаться с ней. Вызывной дроп падает у меня. Вызывной дроп падает у меня. Упори. То типа сейчас дроп лутать будут. Так а вот где он? Короче, кто-то вызвал дроп. А почему никто не лутает дроп, вопрос? Это замануха, да, какая-то? Ну, по-любому там сидят типы. И ждут, когда кто-то подойдет туда. Реально, никто не идет, прикинь. Очень странно. Баги. Баги справа. Помеха справа. Я ему дал немного, но очень мало урона я ему дал. А где он стопнул? Подожди. А, он сзади меня прям. Понял тебя. Я тебя понял, бро. Хорошо. О, это был тот чел, последний. Последний, короче, из той пачки, которую я возле школы убил. Не, ну он очень хорошо по мне пострелял. Прям вообще забей. Я еще врезался. Как овощ в натуре. Меня все-таки еще волнует дроп. И там смоки дымятся. Там файты, короче, какие-то идут лютые. Но меня волнует дроп. Плюс у меня броня покоцанная жестко. Что тут по дропу вообще? Где люди? А, вот он, прикинь. Вот, я же говорю, замануха в натуре. И тут замануха.
просто шок. Это просто шок. Чё вы делаете? Почему они так играют? Что вы делаете? Замануха просто на туре. Тигры по тактике. Это просто шок. Шок. Они полчаса смотрели на этот дроп. Полчаса смотрели на этот дроп и ждали, пока кто-то придет. Просто... Абу бандит. На туре. На туре. Профи и абу бандит. Челы у меня. Пацан к этому не был готов. Подождите секунду, парни. Как же это было красиво. Как же это было хорошо. Все-таки забей вообще. Авик еще, ема, забей. Профессионалы. Авик, эмочка, вот это да, вот это да. Уже есть у меня. Где-то здесь, да, стоит? Че за парень? Он АФК был? А, вижу типов. Извините, пожалуйста, я не хотел. Я отвечаю, не хотел. Чисто братски, по-братски, пойми меня, брат. Да я должен был так сделать. Жизнь такая. Штука. А я же их убивал уже, этих парней, не? Одинокнутый боец. Капец, они лагают. Это шок вообще. Как же они лагают жестко. А, он все скинул, да? Он уже смирился, типа. Их, видать, тут, типа, трое было. Получается. Это что такое? Плохо ХП оставил его. Савика, блин, немножко не попал. Прям вообще тычечку не дал. Тихо-тихо, родной, больно, мне больно, очень больно. Что за профессионал, забей. Я еще упал. Еще и, блин, с дробовиком. А вот это уже интересно. Друзья потянулись, да?
Больно. Вот это он живет, забей-ка грамотно, а. Это просто шок вообще. Как он там живет, я не знаю, блин, не понимаю. А, так это не его друзья были. Там левые типы вообще. Серьезно? А можно в голову? А можно попасть? У меня снаряды бракованные, патроны, пули бракованные, я не пойму. Холостые что ли? Я холостыми стреляю? Что это такое? Ну неужели? Сейчас его друга что-то надо делать. А могу сделать я даже. В чем бы и нет. Я могу просто выехать и опередить его и подъехать к его другу. А, он уже бежит, да? Ну давай, давай, брат. Стой быстрей. Хорошо, отлично. Тут у чела МКшка, да? Может МКшку забрать лучше? Давай МК возьму, наверное. Опа! Это что еще за стычка тут у пацанов? Какой-то серьезный файт, видать, идет, да? Да, файтик реально серьезно идет. Давай закачу прям на яйцах, просто на лицо. Понял, нет, нет. Я ему. Потрясающий геймплей, пацаны. Потрясающий геймплей. Потрясающий геймплей. Во! Во! Араби борс. Борс Араби. Потрясающий. Вдвоем легли и по сольнику зажали. О! Четко! Жизни у тебя, бро. Понял тебя, бро. А, он залетел, да, на этой фигне. На лифту. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Он горит, по идее, не? Сгорел, хорошо.
еще двойка показывает. Стоит у меня, прям вижу. Какой-то чел бежит. И это не бот, кстати. А, это те типы, которых я убил только что. Да-да-да-да-да-да. Ой-ой-ой! Еще подходит кто-то. Хорошо, еще там на крыше чел есть какой-то. Но он, возможно, скипнул. Давай попробуем найти этого. Он также на крыше, да, сидит жестко. А как его убивать, вопрос? Я вижу, где он стоит. Отлично. Хорошо. Пацан смотрел вниз и меня не увидел. Ну, вернее, хаешку мою не увидел. Это что такое? Так, это был тоже, наверное, какой-то боец. Играет на победку жестко. Такой позиции, раз сидит он. Еще и снайпер. Раз снайпер, это по-любому, да, чел играет на победку. У него тут баги стоит. Он тут... А, он кого-то убил только что, да? Возможно, он тут один был, ладно. А, вижу типов. Стоят на крышах. Там дальше стоят на крышах. Весь ног. А, все, это тройка была, да, целая, все понял. А тот чел на крыше меня ждал жестко, получается. Все, вопросов нет, парни. Быстро я их закрыл, это очень хорошо. Еще типа вижу. Стоит на этот, на реколе. Которого нужно чекнуть, поехать. Возможно, он либо кого-то резнул, либо... А, вот, бежит по полю. Лег. Лег в траву. Хорошо, был найден. Второй раз уже не нашел его. Но он тут один, да? Наверное, не? Ну да, он никуда не уползает. Он тут один, скорее всего. Видимо, на подстраховке играет. Ждет, пока тиммейты его там пофайтятся, и он кого-то резнет. Возможно, у него такая тактика. А возможно, он сам резнут и просто сюда упал. Так, мне, кстати, можно заехать в гараж, по идее, тачку взять. А, тут уже баги стоит. Кто-то забрал тачку, да? Давай тогда глянем, сколько тут бенза. В этой баге. А по бензу все окей. По бензу все окей. Так, а что по зоне у нас? Зоны на сосновку нету. Тогда погнали в эту сторону, в сторону фарма. Баги, двойка за мной. Вот это неприятно, прям жестко.
Ну как так-то? Ну почему? Опа. Ой-ой-ой. А чё с пингом? Патронов нет. Лагает. Лагает. Жестко лагает. Мои всех типов добили, алло. Дайте оружие. Чё, блин, лагает так все, алло? Вы видели, как лагал чел? Я в шоке был, если честно. Это бот или чел? Это бот. Хорошо. А тут еще кто-то есть. Кто-то лег. Вот он сидит, прикинь. Ой-ой-ой, мыши. Еще есть? Как будто бы еще должны быть, не? Это у меня лагает или у них так лагает? Алло. Где он? Опа. Еще люди у меня. Я врезался плохо. На улице стоит. Резнутый чел. Резнутый боец был. Я вижу челов. Челы жестко прям бегают. Прям у меня под прострелом. Двойка или один, я так и не понял. А, это мотоцикл. Но там еще чел точно есть. Засейвился грамотно, быстро очень. За секунду просто. А мне еще со спины работают, прикинь. Вот это жестко. А тут не один. Больно. Еще один есть там чел. Внутри, во втором ангаре. У меня раскида нету. А этого чела не убили случайно? Хорошо. Этих я пацанов убил всех. Бегут уже. Сейчас катана бежит, профессионал. Ты посмотри на него. Вижу. Так, это, скорее всего, бот был. Слушай, а может тут один чел вообще, не? Да, я думаю, слушай, это один чел по мне стрелял. То есть он один и пришел с ивента. Ко мне на разговор. Вот так, смоки, да? Чтобы подъехать безопасно, более-менее адекватно. И, кстати, он сейчас будет чекать эту сторону. А я заеду с другой стороны. А он чекает, я могу высадить его жестко. Ой-ой-ой, какой байт.
Я хотел на самом деле его забайтить. Ну, то есть я кинул смоки, чтобы проехать на дачу вот тут. Ага. Там еще есть, типа, понял. По итогу он забайтился на них. Короче. Х2. Гениальный смог. Ладно, этого я уже не убил. А где челы? Подожди, тут. Сюда. Смогу я перестрелять его, если вот так буду делать? Ага! Ема, ничего себе профессионал. Вот это жестко было. Смотри, он сразу раскидывает, да, жестко? Ой-ой-ой. Он мне две головы дал, или одну, нет, одну, скорее всего. Но я ему тоже. Я ему хорошо дал. Дал-то я ему хорошо. Но я пока подъеду, он уже захилится. Но у меня есть скорость, чтобы залететь типа на скорости жестко. Тем более он хаешки потратил. А у меня хаешки есть. Как я вышел из этой вонючей, плотной, потной ситуэйшенного? Просто. Это очень хороший игрок был. Это очень хороший парень. Он очень хорошо играет. Но я максимально грамотно и четко его переиграл здесь. Если бы не вот этот мой прыжок, я бы умирал в любом случае, 100%. В клоузе, в стойке я бы его не принял. У меня было 0 хп просто. А, вот где люди, понял. Вот они где люди. Ой. Пацан не успел заюзать, короче, паутинку и отправился в лобби. Чуть-чуть он вообще секунду вот не успел нажать. А руинах тоже. Опа, вот и тачка сзади у меня. Они стопают или нет, интересно? Я их забатил как бы. Но там не один был, точно уверенно не один. Много-много. Но никого не нокнул. Ну блин. Ай, ну была позиция. Я надеялся, что они залетят. Что они не стопнут, а залетят. Ну задушили, задушили. Задушили. Я двоих хорошо просадил. Одного в ноль оставил хп. Их тройка была, кстати. Одного оставил в ноль, второго немножко просадил. Они грамотно втроем вышли одновременно. Грамотно, грамотно.